dvhub.ru. Я хочу сказать, что вы перенесли непростые такие сложные времена, которые постигли город Комсомольск и другие предприятия. Но хочу сказать спасибо ветеранам предприятия, Костяку, Металлургов, которые выдержали это все на своих плечах, которые верили в правительство, верили в руководство, что все равно завод пережит трудные времена, сохранит свое лицо, сохранит свой коллектив, сохранит направление своей деятельности. И сегодня я благодарен команде, с которой мы вели долго, несколько лет переговоры, когда решалась судьба завода. Они выполняют свои обязательства, они вернули историческое название завода «Амурсталь». Нам оно всем нравится. Ну, чтобы вы знали, я на заводе «Амурсталь» проводил один раз в жизни, один от школы номер 12. Участвовал в пионерской кладке. Вот это, наверное, запомнилось на всю жизнь. Синие очки и сталь, которая льется из печи. Мы гордились всегда «Амурсталью». Гордились тем, что есть такой завод у нас, комсомольский. И хочу вам сказать, ну, сам являюсь промышленником. Без стали, без металла ни одно изделие никогда нигде никто не сделает. Ни самолет не полетит, ни корабль не пойдет никуда, ни ракета. Сталь — это основное, сталь — это главное. Вы умеете ее варить, вы умеете делать хорошие вещи. Поэтому я хочу, чтобы у вас всегда был хороший настрой, чтобы коллектив имел хорошую загрузку. Ну, видим по цифрам, не буду повторяться, что процесс идет в том плане, который мы вместе верстали, 180-700 миллионов. Я думаю, вы выйдете и на 2 миллиона, и на 3 миллиона у компании хорошие верстали. Это участок технологического транспорта. И ремонту подвижного состава железнодорожного цеха. Нагревальщик металла, сотопрокатного цеха. dvhub.ru